На заседании парламента Азербайджана обсуждалось согласие на назначение Камрана Алиева, кандидатура которого была выдвинута президентом Ильхамом Алиевым, на должность генерального прокурора Азербайджана. Решение о назначении было принято единогласно. Камран Алиев поблагодарил президента за оказанное высокое доверие. Он отметил, что в годы независимости Азербайджан прошел трудный и славный путь развития. Сегодня, благодаря прогрессивной внутренней и внешней политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан занял одну из ведущих позиций в мире. Также в результате проводимой главой государства успешной политики осуществляются эффективные меры по борьбе с коронавирусом. Населению и субъектам предпринимательства оказывается полная государственная поддержка. Камран Алиев отметил, что меры, принятые в Азербайджане в ответ на вызовы новой эры, также распространяются на прокуратуру Азербайджана. Генеральная прокуратура, главная задача которой следить за выполнением закона в стране, стремится достойно выполнить свои обязанности. Я хотел бы заверить вас, что прокуратура Азербайджана и впредь будет стремиться выполнять свою деятельность и применять необходимые меры на достойном уровне, следить за исполнением закона, защищать права и свободу человека, осуществлять деятельность в направлении усиления защиты от преступлений любого характера, выполнять ответственно свои обязательства, достойно служить во благо страны и народа. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении генерального прокурора Азербайджанской республики. Другим указом президента Камран Алиев был освобожден от должности заместителя генерального прокурора Азербайджана, начальника управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской республики. Медина Гурбанова, Наиля Гасанова, Намик Гасанлы, CBC.